Весь мир пока никто не приобрел, но то не значит, что не будет впредь. У Ездры посягал на то один орел, у Данила хищный зверь, медведь. С упорством лезли прошлые цари, хватало хромоногих, косоглазых. Чуть что опять орел уже парит, пятнистый барс из волн морских вылазит. Усатых, лысых, вечно бесноватых, хватало, их хватали для расстрела. Не забывайте снова о расплате, но снова выродки рождаются в апреле. А на бугре все тот же сатана, исконный недруг, лжец, коварный дьявол. Ждет поклонение, готов жидов принять. Глядишь, поклонник красный Кремль оттяпал. Но если даже мир весь приобрел, душе же повредил своей бесспорно, двуглавый раскорячился орел и ковыляет к демону на гору. А после смерти только ад погибшим. Гиену им спаситель обещал. От ада не спасут ни Магомед, ни Кришна, и не иконостас на тысяче мощах. Иисус Христос настроил на победу своих поклонников, отвергшихся себя. Орлом могущим станет самый бедный, а они на вечере с пророками сидят. Весь мир таким есть поприще служения, на благовестие ристалище отважным. У них для вечности не будет поражения. Венец победы получает каждый. Врагу не кланяйся за миску чечевицы. Враг выбор ежечасно предлагает. Христос грядет об этом помолиться нам этот выбор в частном и в глобальном. 21 февраля 2008 года.